Футболисты Амкара в эти минуты заканчивают разминку на стадионе Лужники. В 20 часов по пермскому времени там начнется матч 22-го тура чемпионата России. Соперником пермяков будет столичный «Спартак». Чем закончится этот поединок, вы сможете узнать из нашего ночного выпуска новостей. Тем временем хоккеисты «Молота» при Каме свой очередной календарный матч уже начали. Подопечные Александра Белявского принимают «Южный Урал» из Орска. О том, чем завершилось это противостояние, мы также расскажем в ночном выпуске. День, насыщенный игровыми видами спорта, вмещает в себя и гандбольный матч. В манеже «Спартак» в эти минуты пермские медведи играют со снежинским «Сунгулем». Напомним, наша команда еще не одержала ни одной победы в текущем чемпионате, в то время как гости выиграли все три встречи. Между тем, тренерский штаб медведей заявил, что коллектив рассчитывает одержать первую победу именно в этой игре. Удалось ли свершить задуманное, вы тоже сможете узнать из ночного выпуска новостей. На взлетной полосе Березняковского аэропорта состоялась очередная встреча любителей быстрой езды. Автомобильное соревнование «Осень-2010» стало третьим этапом сезона кольцевых гонок. Борьбу за награды вели представители трех городов – Березняков, Соликамска и Перми. Соревнования проводились в трех классах – стандарт, тюнинг и спорт, в зависимости от технических характеристик машин. Дождя в этот день не было, поэтому гонщики вполне могли показать свой лучший результат. Впрочем, некоторые участники рассчитывали на другую погоду. Я надеялся, что будет немножко другая погода, немножко будет дождь, там, чтобы это немножко отличалось от летних этапов, чтобы был действительно осенний этап. Но этап получился чисто летний. Трасса для всех трех категорий была одинакова. Каждому участнику давалось три попытки преодолеть маршрут. Лучший результат шел в зачет. По итогам всех заездов первые места в категориях «Стандарт» и «Тюнинг» заняли два березняковца – Константин Исаков и Евгений Кутепов. А в категории «Спорт» победил Кирилл Тараблин. В предстоящие выходные в Прикамье состоится третий финальный этап первенства Поволжья по мотоциклетному спорту. Личнокомандные соревнования будут проходить в четырех классах в зависимости от объема двигателя, участникам от 5 до 19 лет. В воскресенье с 10 до 11 утра пройдут тренировки, а первые заезды стартуют в 12 часов 30 минут. Награждение состоится в половине шестого вечера. Нет предела человеческим возможностям. Это в очередной раз попытается доказать известный прикамский стронгмен Алексей Медведев. 26 сентября, во Всемирный день сердца, он намерен сдвинуть с места автовоз с машинами на борту весом порядка 30 тонн. Напомним, в прошлом году также в рамках этого праздника наш атлет протащил за собой грузовик весом 27 тонн. Я намереваюсь поставить новый рекорд России в буксировке тяжелого грузовика. Это будет автовоз, груженный машинами, общим весом 30 тонн. В этом году я пробовал самолет 40 тонн и сдвинул на полметра. Я думаю, что проблем с этим весом у меня не должно быть. Совершить подвиг Алексей Медведев намерен в воскресенье 26 сентября, ориентировочно в 14 часов. Местом действия станет улица Ленина в районе драмтеатра. Олег Романов, телевизионная служба новостей.